Всем привет! Вот, я хотел бы сейчас показать, как этот заклеенный шов, клей убрать. Вот как видно, полоски. Вот тут. Тут у меня шов, я максимально оттенок поймал, тут все красиво, как бы не видно, что тут шов есть. Видите, вот белые пятна большие, вот белый клей, черный пятна, черный клей. Как бы вот все, все красиво сделано. Вот. Кухня такой огромный, варочный красивый. Еще не успели вот установить. Значит, мойка не приклеили еще. Отверстие только что сделал. Вот, вот кран. Прикольный кран такой. Вот. Вода прям будет литься в центр. Вот, вот где-то здесь. Значит, сейчас кран поставим на место. На место поставим и будем убрать с этого шва лишний клей. Вот все нужно убрать. Так, камеру поставлю, сейчас удобненькое место. Ничего не делает, вот как видно, это клей. Специальный клей. Будем аккуратно делать, чтобы мебель не поцарапали. Я сейчас грубую уберу лезвием, а потом уже буду наждачными. Наждачными бумагами делать. Вот бумага стоит. Вот как видно. Вот. Клей так аккуратно выходит. Теперь наждачку я вставляю старую 220 и 320 тоже пойдет. Грубый нельзя, потому что камень будет царапать.
Уже как видно, уже нету тот, который я показал. Вот тут как видно, матовый. Вот матовый видно. Вот это сейчас уберу. Вот видно, да, материал. Везде одинаково, везде. Также тут будет. Вот. Вот видите, везде одинаково на блеск показываю. Вот. А тут я вот сделал. Так же. Везде одинаково. Так, сейчас, секундочку.